В наборе идет 19 разноцветных гаечек разных форм, разных цветов. С помощью этих гаечек можем изучать цвета, да, показывать ребенку, сортировать по цветам, сортировать по формам фигур. Обратите внимание, что здесь есть формы разных цветов, при этом одинаковые фигуры. Отличный вариант развития мелкой моторики. У деток в годик еще ручки не слушаются, ручки нужно тренировать, поэтому это один из вариантов тоже именно собирать, развивать хватательный навык, строить башни, строить свои какие-то фигуры. Также во время игры у ребенка развивается координация, да, ребенок пытается вставить одну деталь в другую. Игра на внимание, да, которую уже можно ближе к 3 годам поиграть, какой детали у нас не хватает. Это можно задействовать и форму, и цвет, да. Допустим, выложить только треугольник, а потом попросить ребенка спрятать одну из деталей, попросить ребенка, какой детали не хватает. Таким образом, у ребенка еще развивается внимание, зрительная память.